Так, Honda представлена одной машиной только. Вот это вот действительно неждан. Honda Civic Type-R. Часто встречаем машины на улицах. Так, 36 лошадей. Передний привод. Вот сейчас будет тут весело. Так, вот наш Civic. Стандартный. Япония делает вещи. Сейчас посмотрим. Ни хера не управляется наша Япония. Все, выехали на трассу. Так, внутри. Ну, внутри, как у Honda. Красный цвет нам говорит о окантовочке, что это спорт серия, а не чтобы на даче ездить. Ну, поворачиваемся, короче, здесь. Это как бы комплимент, конечно, к Хонде, как у Феррари. Но если по данной игре судить. И сказал, что он прям шустрый. Вот на таких машинах интересней вот с таким видом ездить. Они что-то нифига не управляются. И не такая уж она и шустрая. Так, тут я сокращу, наверное. Кажется, эта машина вообще мне не нравится, как тут. А, в игре сделано. Что тут? Тут до 120, наверное, проблем будет. Так как она вроде разгоняется, но крайне медленно. Вообще не рулится машина. Я не знаю, что. Что это за спорт у них такие. И скорость они показывают, больше 180 на этой трассе, и что-то и не получилось набрать. Вот сейчас 180 получилось набрать. Все, посмотрите, тормозной путь у ней, как у паровоза. Не знаю, машина красивая сверху, и в жизни я хотел бы, конечно, такую машину. Но если брать в расчет игру, то в игре крайне херово реализовано. Вот здесь, пожалуй, запаркуемся, хорошее место.